пандемии. В этом я недавно узнал людей и проезжих. Еще? Итальянский архитектор, который едет вообще-то в Москву по приглашению царя Ивана III, чтобы в Москве строить церкви и храмы, но едет через Турцию и Крым. В Крыму его задерживают и держат здесь целый год. И за этот год Оливье Спязиновой делает этот великолепный портал. Красивее зал Ивана. Сооружение раннего периода, построено в 16 веке. Первоначально зал имел другой. С двух сторон были окна. Сейчас витражи сохранились только с восточной стороны. Первые четыре окна решетна смотрите на потолок. До начала 19 века он был полностью дощатым. Его украшали богатые росписи резной орнамент. Она становится закрытой со всех сторон. Сталинный приз расписывает Михаил Кладо, а потолок делает Василий Дорофеев. Обратите внимание, на потолке в квадрате по углам 4 цветочка, лепестки которых расположены в разные стороны. Как будто ветерок их шевелит, тем самым оправдывает название летней беседки. Вода на востоке всегда обожествляется. Любой фантазм. Священный храм мусульман, который находится в Мекке. И когда человек молится в любой мечети, к Мекке находится только лицо. Орнамент, обрамляющий мехраб, это 17 век турецкий стиль. Окуривали комнату. Освещение осуществлялось с помощью подсвечников. Люстры были завезены значительно позже, к приезду Екатерины II. Обратите внимание на ковер, это ручная работа, 18 век.
Размер его 8 на 12 и весит он более 360 килограмм. В витринах вы можете видеть предметы, которые вот такими плитами раньше были выложены стены ханского дворца, до того момента, пока не уехал последний хан Шагин-Бирай. Этим фрагментом около 500 лет. Посмотрите, какие они яркие, блестящие, не поверяли случились эти вопросы. А состав краски неизвестен до сих пор. И я вас приглашаю в следующий план. Thank you.